Сегодня утром около дома номер 4 по улице Березка высадился необычный десант. Мальчишки и девчонки с разукрашенными лицами в костюмах и с шариками. Детский центр «Орион» и десятиклассники второй гимназии приехали в гости к 13-летнему Святославу. Мальчик болен ДЦП. Святослав, здравствуй. Мы сегодня с ребятами пришли тебя поздравить с праздником. Здравствуй, Пятачок. Ой, Винни, здравствуй. Какой замечательный сегодня денек. Да, день просто чудесный. Веселое представление с играми, хороводами и догонялками. Святослав веселится от души. В завершении шоу ребенку готовят подарки. Мы вручаем тебе подарок, чтобы ты был здоровым и умным мальчиком. Волонтерское движение во второй гимназии создано на базе 10 В. Общество возникло всего 2 года назад, когда городские волонтеры обратились к гимназии с предложением. Дети нашего класса отреагировали очень активно и положительно, откликнулись на эту просьбу. И написали все до одного заявления о своем участии, о помощи нуждающимся. Это не только дети с ограниченными возможностями, но все акции, которые проходят и по России, и в самом городе Оренбурге, мы принимаем самое активное участие. Деньги на подарки детям с ограниченными возможностями ребята собирали всей гимназии. К решению вопроса подошли не банально. Проводили акцию, то есть желающие дети готовили вкусности, печеньки, конфеты. Впоследствии мы продавали их в школьном коридоре и тем самым собрали сумму. Мы собирали деньги с наших, то есть одноклассников, которые учатся в школе. Рассказывали про таких детей, то есть они сочувствовали и отдавали, то есть, свои средства на такие подарки. Волонтеры 10 В собрали 4000 рублей. На эти деньги ребята сами купили развивающие игрушки. Святославу подарок очень понравился, а главное, он ему будет полезным, рассказала мама, впрочем, как и подобные мероприятия. Он очень рад, и мы всегда приходим к ним на представление в Орион библиотеку. У них там всякие конкурсы бывают, это подарки они нам вручают. Это очень ему интересно и надо ему. А завтра для всех детей с ограниченными возможностями волонтеры второй гимназии устроят концерт в библиотеке имени Чехова. И, конечно, каждому ребенку вручат по подарку.